Всем привет! Продолжаем наши прогнозы. Последний прогноз на чемпионат Германии, где играл Лейпциг. У нас сыграл Хоффенхайм-Лейпциг, там был матч, да? Обе ставки у нас зашли. Продолжаем дальше. Сразу говорю про прогнозы на другие чемпионаты. Так я их давать не буду, потому что непонятно, что там происходит. В каком состоянии команды. На чемпионат России через неделю я тоже не буду давать. То есть Испания только начала. Россия только через неделю начнет. Что там, как происходит, в каком состоянии команды, блять, это ничего не знаю. И давать прогнозы угадайки, ну, блять, наверное, не стоит. Что можно сейчас анализировать, это только чемпионат Германии. То есть там можно сказать, какие команды, что и как происходит. Да, статистику можно посмотреть. Все остальные команды, чемпионаты, не команды даже, а чемпионаты, там сложно будет что-либо говорить. Ну, стартовал чемпионат Испании. Ну, что? Ну, Севилья там выиграл у Бетис. О чем это говорит? Ни о чем вообще. То есть, ну, блядь, это угадайка, в каком состоянии команды. Вот. Ну, перейдем к сегодняшнему прогнозу. Это матч Кёльна и Униона. И тут будет прогноз очень простой. Это тотал матча больше 2,5 за коэффициент 1,9. Да, немцы забивают очень мало, наверное, одно из предпосылок к этому, это количество болельщиков на трибуне, оно нулевое, то есть команда играет без болельщиков. Наверное, это один из факторов низкой реализации моментов, да, и нежелания, наверное, еще. Вот, но в этом матче играют, в принципе, забивные команды. И Кёльн, и Унион забивные, особенно Кёльн. Я смотрел, как играет Кёльн, ну, это бей-беги. Вот такой у них футбол, да. Смотрел вот, статистику игры обеих команд. Да, у него несколько матчей сыграло на 1-1, но меньше двух они не забивали. Не пропускали. То есть меньше двух голов в матчах у него не забивается. Ну, а Кёльн, они вообще очень забивные. И вот этот тотал матча больше 2,5, он мне понравился. Коэффициент 1,9. Почему бы и нет? Наверное, среди всех матчей на тотал больше, это, наверное, самый такой оптимальный вариант. Матч начинается в 16:30 по Москве. Матч пройдет 13 июня. И мой прогноз этот матч, тотал матча, больше 2,5 за коэффициент 1,9. Всем пока. И еще будет один прогноз на два матча. Бавария с участием Баварии и с участием Боруссии Дортмунд. Всем пока.